Приветствую вас, подписчики и зрители моего канала. За рычагами, как всегда, допинг. Продолжаем погружаться в мир Моровинда. Загружаем игру. Так я и люблю. Смело и прямо. Ну, пойдем, я так же. Куда пойдем? Ты что, псих, что ли? Могу я что-нибудь для тебя сделать? Совсем психанутый. Итак, что же я хотел? А я хотел продвинуться по ветке гильдии магов. Сейчас поднимемся в гильдию магов и посмотрим. Итак, смотрим навыки. Продолжай. Гильдия магов. Значит, следующий ранг мистик. Интеллект 30, сила воли 30. Это все есть. И главные навыки. Алхимия, мистицизм, иллюзия. Изменение, разрушение, зачарование. Одного навыка 40, двух других 10. Смотрим. У нас тут абсолютно все пусто. Смотрим. Алхимия, мистицизм, иллюзии, так, разрушение и зачарование, да? Разрушение у нас 30. У нас колдовство восстановления есть. Значит, нам надо разрушение прокачать на десяточку, чтобы было 40. И других 10. Смотрим, у нас алхимия 16. Алхимия 16. Зачарование у нас. Зачарование 15. Нам, значит, надо только разрушение сейчас прокачать. Минутка есть. Так, смотрим, кто чему обучает. Что-нибудь для тебя. Вот, разрушение. Учим. О, привлекательность выросла. Удача выросла. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 40. У нас еще 2200. Так, мы получили уровень. Это мы закроем. Теперь нам надо повышение. Получить повышение. Членские взносы 200 септимов. Ну ладно, хрен с тобой. Теперь я мистик. А еще можно? Нет. Что вы хотели? Мистик. Теперь это мы можем вернуться. Честь для меня. Вернуться. К Эдвине, по-моему, Вальдруму. Она нам сказала, возвращайся, когда достигнешь ранга мистика. Какая у меня замечательная компания. Да-да. Прошу тебя поделиться своими мыслями. О! Давай, я уже знаю, что спросил мистик. А, две мирскую трубку ей надо, да? В Аркшентуншмунштуте. Да. Две мирская трубка. Я знаю, где недалеко от Балмора лежит Двемерская трубка. Поэтому я, наверное, пойду в Балморе искать все это дело. В Двемерские развалины. Там есть недалеко. Сейчас освобожу я. Продолжай, я слушаю. Освобожу инвентарь. Так, а это у меня что? Рецепты. Слушайте, а у меня же рецепт упросил Дом Хвалы. Надеюсь, ты немного времени у меня отнимешь? Ладно, я их положу в ящик, пусть они там лежат. Ага, и это дает. Тайванийский шпион. Все. Добро пожаловать.
Хорошо. Так, вот сюда я положу свиток. Записи эти, позвонить и шпион. Хорошо, это Ранис мне дает задание. Ну, наверное, сейчас сначала за Двеймерской трубкой. Ну, не только трубку, я там заберу... Заберу все, что там есть. Так, пометка у меня стоит. Так, надо выпить бутылку маны, чтобы у нас магия полная была. Там придется немножко подраться. Двигаемся по гильдии магов. Иначе нам просто перестанут задание давать. Нужно за этим следить, за всем. Так, нам вот сюда через мост. И вот сюда, по-моему. Насколько я помню. Равлина есть там. Да? По-моему, здесь. Я знаю, где еще одни есть. Я, по-моему, не туда иду. Да. Они не здесь. Да вернись ты. Блин, неохота и бежать пешком. Ну ладно. Бог с ним. Добежим. Я пошел не в ту сторону. Нет, там тоже есть двеймерские развалины, но... Сейчас мы в другие сходим. Акробатику нам желательно до 50 вкачать. Хотя бы до 50. Насколько я помню, там еще и левитация понадобится. Потому что двеймерскую трубку не только она попросит. Там вроде две двеймерских трубки. Прошу прощения. Нет, в ту сторону. Нам так или иначе туда идти. Поэтому сразу оттуда все заберем. И положим в ящичек. Пусть лежит, дожидается. Здесь вот сворачиваем вот эту на Кальдеру дорогу, а эта вот дорога на Гнаармов, по-моему. Ну, она же к Двеймерским развалинам ведет. А здесь нам понадобится лук. Смотрел? Ну так себе, тяжелый он вообще. Огненная соль. Монетки. 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 Как неплохо, а? Вот они. Дейдрические. Двеймерские. Так, рычаг.
Давай, давай, беги. Это твой последний шанс. Беги и умри. Ой-ой-ой-ой-ой. А что это, я к нему не попал, что ли? Дать не попал. Так, монетки. Кинжальчик дешевый. Так, ну тут придется полазить. Посмотрим, что тут есть. Так, тут ничего. Тут ничего. Начнем с левой двери. Они, по-моему, в одно место ведут. Отдохни. Все пусто, пусто. Шестеренку не надо, монетку возьмем. Так, туда пока не пойду. Зал центрифуги. Это я сюда вернулся, да? А, ловушка. Никто не сравнится со мной. Угу. Как-то так. Ну нет. Тоже не особо. Густо. Надо внимательно смотреть геймерскую трубку. Так, мышка. Молоточек. Где-то она может лежать. Давайте фонариком воспользуемся. Нет. Пусто. Ловушка. Отлично. Это слишком просто. Нищие все такие. Небесная галерея, а тут что? Не слабей. Так, тут дальше пусто. Куда идем-то? Проверим вот этот проход, куда он идет. Ага. Я понял. Я вернулся на начало. Или пустой реки.
успел меня ударить. Монетка ничего не весит почти, так что я их забираю. А все остальное. Ну вот обрезка металла 10 вес. Если они мне понадобятся, я просто приду сюда и наберу их, сколько мне надо. Пусто, пусто, пусто все. Опа, веймарская трубка, раз. О, книжечка. Но это еще не все. Вернемся сейчас. Вот сюда. Где этот человечек был? Тут все пусто. Сначала. Нет, давайте вот сюда сначала. Нет, нам туда. Там левитация нам нужна. Сходим сначала сюда. Победа будет за мной. О, замансила я. Возьмем опять фонарик. Ящиках пусто. Во. Это я неплохо зашел. Уровень замка 32. Ну что ж, у меня есть свиток, но я хочу магии попробовать. О, отперло. Слышу. Сколько что-то лабиринтов-то? Бог мой, тут заблудиться можно. Нет, там явно что-то есть. Опа, опа, опа. Это плазма. Это я что-то куда-то не туда зашел. Как ты меня достал?
Значит, я уже начал блукать. Ё-моё! Куда я вышел? И как прикажете туда залезть? Сколько у меня зелий левитации? Одно. Два. 8 пунктов на 15 секунд. Быстро мы смотрим, тут ничего нет. Давай, успеем. Тут тоже ничего нет. Эх! Надо было на самый верх. А есть ли там что? На самом верху. Там, по-моему, ничего нет. Да. Так что я загружусь. Не хочу здесь левитацию тратить. И проверю на самом верху. Самый верх. Во. Не зря. Что, у меня щуп пропал? Ого. Геймерские штаны. Ну ладно. Не зря я сюда залез. Мне надо как-то спрыгнуть, чтобы не расплатиться. Вот так вот, например. Так, все, пойдем отсюда. На крайняк я сюда еще и вернусь. Блин, а туда бы еще забраться? Наверх. Вон туда. Я тут никак не заберусь, не запрыгну. Давай, друг. Давай, ты сможешь. Эх. О, акробатик растет. Так, запал сил. Будущий сил. Да, там тоже сундучок, по-моему, стоит.
Мне там левитация понадобится, чтобы вторую трубку забрать. Эх, собака, никак. Я хочу туда. Ладно. Не буду мучиться. На крайняк я вернусь еще. Если мне захочется попасть туда. Блин, продамаживал. Так, у меня кончились. Здоровье, да, кончилось. Давай. Вот такое. Уровень 40. Ух, хорошо-то как. Нет, тут пусто. Кто-то топает, я слышу. Там я буду. Ага. Здесь я был, а вот тут я не был. Мимо. А, задел. И выход, да? Здесь тупик. Да. Ну что ж, набрал я неплохо уже. Идем вот сюда. Блин, упал. Как так? А. Вот где мне левитация понадобится.
Нам придется опасно прыгать через лаву. Ты слабеешь. Потом. Вот сюда. Главное сразу сюда попасть. Смотрим, что тут есть. Ты слабеешь. Ты умрешь. Ага, здесь. Вот еще одна трубка. Трубка. Когерер. Ну-ка, секундочку, кота запущу. Так, продолжаем. Блудная котяра пришла. Так, все, тут трубка, да? Я умоюсь твоей кровью. И все, и Когерер. Вот это драка. Где ты есть? Здесь прольется твоя кровь, а не моя. Тридцать два. Не унесли его. Ну ладно. Фонарик возьмем. Все. Тут, по-моему, все, можно уходить. Только вот теперь перепрыгнуть как? Эх! А вот так вот. Ну все, возврат. Сохраняемся. Так, я сейчас выложу лишнее. Оружие продам с доспехом. Да, заблудился. Я слушаю. Шлем напялил. Продолжай. Уже. Держи. Такого у тебя еще не было. Так, ну вроде все. 1631. Как ваше странствие? Могу я чем-нибудь помочь? Так. Еще один когер. У меня три штуки теперь. Трубка мне одна нужна будет только. Здесь наемника начинаем. Ну, я выложу наемника. Книжку выложу. Так, алхимию я куда кидаю? Ветку. Вот так. Все, продадим монетки. Все, мне упорно палатку парит. Да, давай, Макс. Зачем ты? Так, смотрим. Шкуру гуаров понятно. Гильдия бойцов десапла. Я там не был сходить. Трубку я принес. И поймай шпиона. Пойдем сразу шпиона. Заловим. Я слушаю. Чем я могу вам помочь? Надеюсь, ты немного времени у меня отнимешь. Да не, вообще не отниму. Вот поэтому. Оп. Шпион Талани. Добрый день. До свидания. Нам это больше не нужно. Минутка есть. В чем дело? Сдаем по шпиону задание. Ничего не кинули.
Да, все. Повышение. Нет. Задание. Все поручения. Отлично. Здесь всем. Пойдем к Эдвине. У нее много квестов еще. Достаточно интересные. Так, минутку. Так, продолжаем. Тут соседи со своим ремонтом. Так, куда я шел? К Эдвине я шел. Держи двемерскую трубку. Задание. В двемерских руинах ночу Левта. Ночу Левтин где? А где он? Не отметил, да? Вот он. Вот сюда нам надо. Вот сюда нам надо. А, сюда нам не надо. А, в Десапу нам надо. Отлично, отлично. Так. Продолжай. Расскажи о себе. Так, подсчет. Повышение она мне не даст. А что у нас там по следующему? 1.50, значение двух других 15. 50. Нам придется разрушение еще вкачивать на десятку. Но у нас есть деньги пока. Но пока выполняем, когда нам потребуется само это повышение, мы вернемся. Так. Ну что ж, теперь в десаплу. Ну, мне бы скинуть бы вот это. Ну ладно. Не так много оно весит. Дала мне пьющие души. Отлично. Теперь все, надо идти забирать ко мне душ. Надо забирать ко мне душ. Чем Балмару. Могу помочь? Балмару. Смотрим, какие здесь камни души. Вот эти все забираем. Здесь я не вижу. Что такое? Продолжай, я слушаю. Вот этот продаем. Вот так вот. Разрушение. 50. А почему бы мне сейчас сразу не качать его? Блин, не стоит. Давайте пока не стоит. Итак. Сурана. В принципе, через Марандус-то можно было пройти. Или же мы все-таки из Сандритморы вот так вот пойдем. Да. Так. Фонарь есть. Это есть. Давайте я скину. Все-таки лишние бутылки. Че, уже не лезет, что ли? Ничего себе. Вот, еще есть. Пиджамы я вывожу. Клин я вывожу. Вот так вот. И рванем тогда с Андрит Морова. Через Гильди Марвич. Я оттуда пешочком. Здорово, высадишь. Стоим, не падаем. Вот. И туда.
назначены. Пьющий душа. Ничего себе, он побежал у меня, видели? Да, вот туда вот немного. Вот у меня скорость. 94. Вот какая-то шахта. А что за шахта? Ой, прошу прощения. Ананаби. Блин, я сейчас этих душ наберу мелких. Где ты есть? Они ничего не стоят. Ну да. На 10 дороже. Каких-нибудь скелетов. Да отстаньте. Это что, эфир? Эфир. Отстань. До вас сейчас. Обойди эту башню. Вот, вот. Но. И погнали. Мне бы души скелетов каких-нибудь. Сохранюсь. Они все-таки подороже будут. Крыса. Ну-ка, если руками бомбить. О! Что это такое? Какие-то записки. Я бы возьму. Все дешевое. Поэтому попробую кулаками. Вон еще светится. Опа, это кто такой? С подушки, что ли? Мы можем когти показать, друг. Теперь ты умрёшь! Да ладно.
Какая? Что это навалилось на меня, напало? Ну, боссом сейчас любых душ не захватываю. Ничего записано. Вот еще. Вот еще. Еще вижу. Еще вижу. Опа, какие-то кочевники. В прошлый раз кочевники, которых я нашел, были враждебные. У меня мало времени, так что давай скорее. Да? Я жду. Эрабени цунами. Какую-то дичь у меня прогоняет. Давай скорее. Ладно, да. Бежим дальше. Сюда пока не вижу записок больше. Ух, какие тут деревья, ничего себе. Зловеще, зловеще. Миш! Оба, а вот и развалины. Вот мы и добежали. Так, не знаю, тут есть кто враждебный или нет. Какие-то люди. Теперь в любое время. Ага. Ну, господи. Боюсь, нечего сказать. Вообще-то у меня есть такое, что не только меня отчеты растопки передает Дин, еще все порядно, только не Анес Венги. Вчера вы, наверное, будет, когда он пропал. Добрый день. На нижний уровень, говорит, надо. Так, здесь фонарь мне точно понадобится, я их взял два. Потому что ни хрена не видно на этой уровне. Погнали. На нижний уровень. Найдем его. Что я могу для вас сделать? Так, я помню здесь загадку. Здесь дверь. Надо дернуть рычаг. Вот это. Опа. Ну, поперли. Опять. Пойдем сначала сюда. А вот и Анес Венду. Возьмем книжку и посветим, что тут есть. Побыстренько, пока фонарь горит. Ну, вот изумрудик. Бриллиантик.
Нужен будет. Механизмов душ нет, поэтому он не захватывает. Ловушка. Придется терпеть. Ух ты! Хорош! Замка 15. Хорош! Так, винду нашли, но еще не все. Там еще с той стороны есть проход. Пойдем сюда сходим. Смотрим, тут есть что? Не, ничегошеньки тут нет. Убираем фонарь. А еще кто-то цокает. Ха! Тут есть путь наверх. Эти двери тоже открываются. Нет. Но у меня парень. Нет, тут ничего нету. Нет, ничего не открыл. А, добрый день. Что я могу нашел сделать? Нашел. Нашли рапорт раскопки. Нашел, удалось. Давай работу здесь, теперь мы нужно торгать. Доставь его, все. Всячие события. Книга написана, понятно. Так, ну мы к ней сейчас не пойдем, но надо двигаться дальше. Нам надо двигаться в шахту Десапо теперь. Вот так вот, так вот. Ну что ж, может быть, мы дойдем в следующий раз. Да, давайте на этом прервемся. Я сделаю сохранение. Вот так вот. Вот. А добежим. Мы начнем следующую серию с пути до шахты Десапла. Вот он говорит, мимо Паленсарана. Мимо Паленсарана. Она где-то вот здесь вот шахта находится. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, высказывайте свое мнение по поводу прохождения. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем пока!